Первые результаты встречи главы города Владимира Панова с жителями Сормовского района. На этой встрече жильцы улицы Коммунной пожаловались на то, что колонки с водой на их улице перемерзли. Вот у нас сейчас воды нет колонки, второй неделю замерзает. А деньги берут за воду, скажите. Воды нет. Отвлекитесь от телефонов. Еще раз, у жителей нет воды, поэтому немедленно вызовите сейчас аварийку и решите задачу. Такие недопустимые случаи отсутствия воды – это совершенно другой протокол. У нас достаточно ресурсов, чтобы поддержать жителей, а не ждать, когда 30 января мы соберемся в одном зале. Здесь проезжая часть, останавливаются шоферы всякие, набирают воду. Естественно, если мы здесь живем, мы набираем аккуратно, вот, а они же тут у них и переливаются эти канистры, и все на свете, и в итоге получается наледенение. Так как водоразбор незначительный, колонки бывают мерзнут, поэтому мы их постоянно отогреваем и поддерживаем работоспособность. Но иногда бывают задержки, поэтому приносим жителям извинения. Если, значит, возникают проблемы, то мы можем поставить бочку чистой воды, что мы и делаем, для того, чтобы на период, когда колонка не работает, люди могли набрать воды из бочки. Чувствуется инициатива, проявляется, что наш мэр Панов действенно ведет себя. Будут проведены обследования, значит, всех водопроводных линий, которые расположены на данной улице, на предмет наличия водоснабжения жителя, чтобы в данный момент ситуация не повторилась. Нам жить станет легче, вот, и мы будем с удовольствием ходить на колоночку.